И так будет стоять 17. Понеслась душа в рай. Посылки из Китая. И снова здравствуйте. Вот это что такое у нас? Почта России прислала. Помятая, погнутая. Сейчас взрывать будем. Добываем. Да, пока доберешься. Надо вот эту расчехлить. Скорее всего. Все. Коробку долой. Упаковано хорошо. Здесь должны быть картриджи. Для этого. Как он называется? Для принтера. Два картриджа для принтера. Цветной и черно-белый. Скрываем. Все и смотрим. Первый взгляд 122 XL. Как тут вытаскивать-то его? Никто не знает. Я не знаю. Потом буду мудохаться. Второй. То же самое. Ну, с виду так вроде. Ничего, но вот я уже вижу, что что-то что. Где у меня эти салфетку? Нет, это заклеено, что ли? Так, да нет, ага. Вот где собака порылась. А тут что? Тоже 22 XL. Black. Черный. Ну, понятно, почти все. Потом разберемся. Так, одно есть. Это для принтера как он называется-то? HP DexJet 2000. Следующее пошло. Пошли вот такие вот. Раз, два, три. Это накладки на телефон для Samsung Galaxy A5 2017 года. Вот такие вот накладочки. Но они пластмассовые какие-то. Пластиковые, они быстро сломаются. Поэтому их выписал две штуки, даже три. Одна, а это нет, это другая, потом я ее покажу. Этот хороший, качественный, резинка такая толстая. А здесь как железяка какая-то, алюмишка или покраска такая, черт знает.
Один вот такой вот. Это на Honor 7X, 8X. Honor 8X. Вот с таким вот. Какой-то тут клюв непонятный. Тигр. Смотришь, вроде как клюв. А так приглядываешься, ага, это оказывается тигра. Видно, да? Свет поди отключить надо. Ну ладно, дальше поехали. Здесь у нас идут для зарядки. Для телефона. Это на Samsung. Тупи, или как они там называются. Тоже Samsung A17. Ну, еще на какие-то, наверное, подходят. Там на большинство Samsung'ов. Это уже новые модели, которые. Так, сюда. Это метровые. Тут. Это для Samsung A3. Такой вот, ну, качественный он, вроде как качественный. Это не то, что вот, который вот. Вот этот, вот, если он шел с Samsung 2017, вот я его 2 года назад покупал, ему все уже хана, он весь расползся. А один у меня такой кобелек уже 2 года, и ему хоть бы что. Вот еще подвыписал. И еще что у нас тут? А это короткий такой. Это полметровый. Такой красивенький. Тоже качественный. Тут оплеточка такая мягкая, как она. Как. Она не металлическая. Она как тряпочка какая-то, что ли. Или шелк ли. Черт его знает, что. Так, следующее, поехали. А следующее у нас. Выписывал батарейку. Аккумулятор. Кому интересно. Не видно, да? О, вот так вот видно будет. Это аккумулятор для видеокамеры. Для старенькой. Старенькая камера такая вот есть. Древняя. Аккумулятор сдох. Я выписал. Кассета большая. Как для видео, как для магнитофона. Вставляется вот такая вот кассета. Большая. На 60 минут или сколько она там будет идти. Sony. Вот это вот к этому. Раритет, короче. И еще что у нас есть? А еще у нас вот рыбакам. Рыбаки ловили рыбу. Удочка называется. Сейчас посмотрим, что там за удочка. Что вот так прям бацк. Бацк. Скроем. И начнем добывать удочку. Вот так вот. О! О! Не хочет. Еще приклеилось. Хорошо запечатали. Вот удочка улетела, все нафиг. Добываем удочку теперь. Сейчас посмотрим, что у нас тут за удочка пришла.
Удочка, голубочка. Запечатали прям караул. Ну это прям фигня такая, чтоб не сломалась. Вот, смотрите. Добываем. В сторону, ручка такая гладенькая, она как это, как на пробку похожа. Я не буду сдирать с нее, здесь у нее защитная еще пленка. Туда надо что-нибудь прятать. Ну, пузырь водки залить можно, наверное. На рыбалку же. Опачки. Вот сейчас расстегнем. Канитель. Оба-на. Все новое. Кольцо уже упало. Что, все сломалось уже, что ли? Так. Так. Вот такая вот удочка. Уделок. Что это? Красиво так сделано. А? А, маркировка. Сейчас маркировку посмотрим. А, тут ничего не понятно. А если... Ну да ладно. Черт его знает. Ну, китайская, да китайская, оно, чё, ну, как уже поцарапано все. Не успели раз вытащить, оно уже все поцарапано. Ну, ручка ядреная. Сколько на метров тут? 210, по-моему. 2 метра 10 сантиметров. Вот написано 210. Ну, вот и все. На сегодняшний день. А вот еще забыл, пришло еще вот стеклышко, будем наклеивать на новый, на телефон. Здесь оно лопнуло уже, стекло. Ссылки все будут в описании, если что. Вот такое стекло пришло, будем приклеивать его, может быть, нормально подойдет. Ну так вроде похоже. Но видно будет. Все, всем пока.